Всем доброго дня. Прибыли ко мне 4 посылочки с AliExpress. Честно говоря, в последнее время многое я не заказывала, но вот кое-что такое, что мне нужно. Так, и по многочисленным просьбам я посылочки открыла, чтобы не шуршать. Первые такие вот разноцветные трубочки. У многих продавцов такие трубочки в одном цвете были в 2 раза дешевле, но мне нужны были именно разные, поэтому я заплатила за них 2 раза больше. Это где-то 42 гривны. Ну, меньше, чем $2. Вот такой вот набор трубочек, если не ошибаюсь, их тут 25 где-то так. Так, следующие посылочки. Это ложка для мороженого. Вот такая вот большая металлическая ложка для мороженого. Стоила она в пределах $3. Ну, она добротная, видите. Вся такая металлическая. Так, потом следующие посылки, что-то я недооткрыла. Ну, это ромашечки для маникюра. Так как я решила свой лак весь перекрасить на как-то, как время будет. И 4-й лак. Лак этот мне вчера прямо домой привезли. Вот, доставка была экспресс. Домой я не ожидала никакой смс-ки, ничего, и... Смотрю, машина стоит, выхожу, а там вот такая маленькая посылочка, лак за 30 гривен привезли домой. Доставка занимала около месяца. Это золотой блинк номер 14. Смотрите, такой золотистый шиммер. Ну, красивый лак, думаю, с красным лаком он очень хорошо у меня будет сочетаться. Возможно, такой будет следующий мой маникюр, кто видел предыдущее видео. Вот у меня вот Яосу уже надо переделать, у меня катастрофически нету времени, ближайшие 2-3 дня тоже не будет времени. Надеюсь, может быть, в воскресенье я переделаю, но уже сколы есть, я вот буду менять форму ногтей, сделаю полукруглую, наверное, так как, ну, нету времени, что ж поделать. Ну и думаю, это так я испробую, если ничего другого не придумаю, хочу. Ладненько, всем до скорых встреч, всем пока, была рада